Представляем вашему вниманию настенную сплит-систему TASOT серии Natal. Оригинальное дизайнерское решение, четкие геометрические формы и двухцветное исполнение позволят установить кондиционер в любой комнате. Внутренний блок отличается не только дизайном, но и компактными размерами. Кондиционер способен работать в режимах обогрев, охлаждение и вентиляция. Площадь обслуживания от 20 до 60 квадратных метров, в зависимости от модели. Управление воздушным потоком в четырех направлениях позволит создать комфортную температуру, в каком бы углу комнаты вы ни находились. На передней панели размещен информативный LED-дисплей, подсветку которого легко отключить с помощью компактного пульта. При включении автоматического режима кондиционер анализирует текущую температуру в помещении и самостоятельно выбирает необходимые параметры для работы. Диагностика проводится каждые 30 секунд. Чтобы в кратчайшее время охладить или обогреть помещение, активизируйте режим «Турбо». Также вы можете установить таймер, чтобы кондиционер начал или закончил свою работу в удобное для вас время. За лицевой панелью находятся два воздушных фильтра, которые препятствуют попаданию пыли внутрь кондиционера, тем самым продлевая срок службы оборудования. Для очистки фильтров можно использовать пылесос или обычную проточную воду. Для более тщательной очистки вы можете приобрести дополнительные фильтры, которые очистят воздух от неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов. Данная модель оснащена надежным компрессором постоянной производительности GRI. Внешний блок не займет много места при установке благодаря компактным габаритам. Настенная сплит-система TASOT серии Natal – это идеальное решение для создания комфортного микроклимата.